Привет всем, привет друзья, привет подписчики. Сейчас я покажу, как легко и просто всего за час мастерить простую коптильню своими руками. И в конце видео покажу итоговый продукт, как прокоптиться мясо, курица, рыба. Я не мастер в этом деле, но уверяю, у всех получится. Думаю, иметь на даче такой элементарный инструмент для всех будет выгодно. Смотрим видео, кому интересна тематика копчения в домашних условиях. Думаю, всем будет интересно и приятного просмотра. Tadı bir tav ya, kaşın bakas bakalım. Все, все, так фиксировали. Айду. Что так? Так, все, 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 Yes. Okay.
Верца. Kaj je, da? Evo, modri ogori je. Ай, ты говоришь, что у нас муцо. Другой обскрыт, да, сами. Дерга обскрыт. Кади, Иве. Куда Таник цаат, али, да? А, Иг. О, кай, Кади. Али, вставать. Когда отряли фальшей, где? Вот чай. Болон, чай. Чай, крикон, скажи. А да ты хрен. Давай, ну мы скинем, а потом мы хе-хе будем. Викит, мере бы варгать. Я не знаю, как это делать.